внимание. Если кто-нибудь меня слышит, это Маккензи Мэрот. Усадьба Мэрот атакована. Чистильщики уже в усадьбе. У них хватит топлива, чтобы сжечь все дотла. Мы сейчас уводим людей в бункер усадьбы, но не удержим оборону. Нужна помощь. Наши бойцы пытаются задержать их, но мы не сможем эвакуировать всех. У нас дети и раненые. Если вы меня слышите, помогите. Нам от чистильщиков никак не отбиться. Агенты, если вы рядом, умоляю, нам нужен спецотряд.